Мы снова в горах Шри-Ланки. Доехали сегодня утром из Эллы в Хапутали поездом. Оттуда сели на автобус и 15 километров проехались по трассе в сторону Коломбо. Вышли и 4,5 километра шли по серпантинам. А цель у нас была простая. Водопад Бамбараканда. Самый высокий водопад Шри-Ланки. Вот мы дошли до входной кассы. Указатель. Туда еще идти 450 метров. Но водопад вот видно уже и отсюда. Вот он. Сейчас мы пойдем к подножию водопада и посмотрим, что там. Вперед! Дорожка к водопаду началась ступеньками каменными, а дальше вот глина, земля, камушки. Как-то так. Ленусик, не тяжелая дорожка? К нему приближаемся. Дорога идет через мостик. Да, красивые елки здесь. Пейзажи, конечно, горные, кайфово. По пути даже есть хорошо оборудованный чистый туалет. Вот лавочки для отдыха. В общем, облагороженная территория. Туристов, правда, ноль. Так, дальше вот так вверх по камешкам. Вот дорожка идет через сосны. Красиво так. И вот мы уже подходим к водопаду непосредственно. Снова туалетик. Все, последний рывок. Вот и все, мы подошли к нему. Последние метры. Ух! А вот местные туристы есть. Люди даже купаются. Лена пошла умыться.
скала. Вот туда рекой уходит водопад. Красиво. Я подошел поближе к водопаду.